Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите наш канал «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить ленивые чебуреки или ленивые пирожки. Для этого нам понадобится лаваш, фарш, яйцо, лук, чеснок, зелень, сметана, молоко, соль, перец, приправа хмели-сунели и сыр. Начнем с приготовления фарша. У меня фарш говядина и курица. Порежем лук мелко. В фарш добавляем чеснок. Яйцо. Добавим соль и перец. Приправа у меня хмели-сунели. Вы, в принципе, можете использовать любые приправы, какие вы любите. И тертый сыр. Хорошо перемешиваем фарш. Теперь взобьем яйцо с молоком и туда будем обмакивать лаваш. На сковородку наливаем масло. Пока сковородка нагревается, мы будем готовить пирожок. Берем немного фарша и выкладываем на половинку лаваша, так чтобы примерно сантиметр не доходил до края. Заворачиваем пополам, чуть-чуть прижимаем. Итак, заготовки делаем. Сковородка нагрелась. Теперь мы обмакиваем лаваш в яичную смесь и будем обжаривать с двух сторон до готовности. Я обжариваю на среднем огне, чтобы не горел лаваш и в то же время мясо хорошо прожарилось. Теперь приготовим соус для пирожков. У меня будет классический вариант. Это сметана и петрушка. Добавим немножко соли. И перемешаем. Можно накрывать на стол. Вот такие быстрые, очень вкусные и сочные пирожки у нас получились. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новых рецептов. Оставляйте ваши лайки и комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!